спасибо всем, кто нас поддержал, чтобы нам восстановили электроэнергию. Вот нам дали в субботу электроэнергию. Сегодня мы дали полив первый раз уже садоводом. Конечно, это очень большая работа была произведена. Но надеемся, чтобы нам это электроснабжение утвердили где-то в какой-то организации, чтобы у нас она была постоянная, эта электроэнергия, чтобы вода была у нас тоже бесперебойная.